В ночь на понедельник регион накрыл сильный снегопад. С утра Москва и Московская область стали в многокилометровые пробки. Как коммунальные службы Люберец справляются с уборкой улиц и автомобильных дорог, проверил глава округа Владимир Ружицкий. Эстакады на Комсомольском проспекте. Лестница занесена снегом. Если наверх подняться можно, то вниз безопаснее съехать по ней. На самой эстакаде картина тоже неутешительная. Проезжая часть уже укатана автомобилями, а тротуары по-прежнему занесены снегом. Место почистим. Обязательно сегодня будет уже чисто. До утра здесь будет чисто. Непонятно, ну еще когда люди затопчут, это уже будет другая история. Надо сразу. Да, просто утром идут все на работу. На приведение в порядок лестницы и тротуаров на эстакаде сутки. На проспекте Победы подойти к остановке сложно. Выйти из общественного транспорта, не поскользнувшись, невозможно. Протоптанные пешеходами тропинки превратились в жижу. На время проведения проверки вычищенными оказались пешеходные дорожки на улицах Воинов-Интернационалистов и Митрофанова. Мы проехались по южной стороне города, по северу. В целом могу сказать, что дороги почищены. Другое дело, что не везде в нормальном, нормативном состоянии тротуары. И я об этом к своим коллегам говорю. И здесь необходимо приложить усилия. Уборку снега в Люберцах проводят 5 подрядных организаций – Люберецкая ДЭП и Объединенный комбинат благоустройства и ЖКХ. О заснеженных дворах, улицах и остановках жители также могут сообщать в социальные сети администрации и главы городского округа. Луиза Егиазарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.